Сегодня мы говорим про новую задачу, точнее новую постановку задачи, хотя на самом деле окажется, что она очень тесно связана с постановкой, которую мы уже знаем. Значит, сегодня говорим про задачу LCA или lowest common. Самый нижний общий предок. Значит, в чем заключается задача? Дано. Некоторое дерево, ну или давайте так напишем, корневое дерево. Ну что такое корневое дерево? В прошлом семестре, я думаю, обсуждали. Это просто некоторый граф. Да, у которого есть некоторая выделенная вершина. Есть некоторая выделенная вершина, из которой там исходят какие-то другие вершины, из этих вершин, в свою очередь, исходят другие вершины. Вот, ну и так далее. И так далее. Ну вот как-то так. Значит, вот дано некоторое корневое дерево. И, соответственно, что нужно? Там нужно для любой пары xy, которые являются вершинами дерева, найти самого низкого общего предка. Ну, что это означает? Это означает, что вот, допустим, мы рассматриваем вершины вот эту x и вот эту вершину y. Вот, какие у них есть общие предки? Ну, понятное дело, что вот эта вершина является общим предком. И корень является общим предком, вообще говоря, для любой пары вершин. Вот. Так вот, задача LCA, или точнее запрос LCA от xy, просит вас найти самый нижний среди всех предков. То есть понятное дело, что если вы рассматриваете произвольную пару вершин xy, то как выглядит путь до них? Ну, то есть некоторый общий путь, и дальше он в какой-то момент вот разветвляется. Да? То есть один путь ведет в x, другой путь ведет в y. Вот. Как раз задача заключается в том, чтобы найти вот этот самый момент, при котором у вас x и y идут по абсолютно разным путям. Вот, то есть найти минимального или самого низкого общего предка. Задача понятна? Вот. Ну, вообще говоря, наверное, сразу вот отсюда можно уже сделать некоторый вывод о том, что, наверное, эта задача будет как-то похожа на задачу RMQ. Вот почему? Ну, потому что в задаче RMQ что у нас было? У нас был некоторый массив, ну, если мы условно так изобразим, массив, вот, ну, где по оси y мы отложим, собственно, сами значения, значения этого массива, вот, то понятное дело, что там задача поиска минимума на этом отрезке, она сводится к тому, чтобы найти самый минимальный элемент, ну или, грубо говоря, там, найти некоторый там, условно выделенный элемент, который является там, меньше всех остальных. Здесь, по сути, то же самое, только задача, по сути, сводится к тому, чтобы вот на данном интервале узлов найти узел, у которого у которого наименьшая глубина. Да? Вот. Но об этом чуть позже поговорим. Давайте пока рассмотрим непосредственно задачу LCA и как ее можно решать. Начну. Классическим решением здесь является решение с помощью так называемого метода двоичных подъемов. Метод двоичных подъемов. Так, в чем этот метод заключается? Ну, смотрите, давайте снова. Нам дано некоторое дерево, нам дана вершина x, нам дана какая-то вершина y. Вот. Тут есть какой-то путь, тут есть какой-то путь, и вот есть некоторый общий путь, нужно найти вот эту вершину. Значит, в чем будет заключаться идея? Давайте для каждой вершины будем дополнительно хранить глубину, на которой она находится. То есть первый шаг. Для каждой вершины посчитаем ее глубину. Вот. Ну, на самом деле это сделать несложно, я думаю,
Ну, то есть это можно делать рекурсивно, да, я думаю, понимаете, просто спускаемся от корня до там, детей, да, там у детей делаем глубину на один больше, чем у родителей, ну и так далее. Вот, ну, то есть формула пересчета, я думаю, давайте напишем, ладно, d от x, это просто есть d от p от x плюс 1, ну, где p от x это родитель x, ну и d от корня. Будем полагать равным нулю. Вот. Ну хорошо, для каждой вершины посчитали ее глубину. Ну, то есть вот у нас есть вершина x, находится на глубине d от x. Есть вершина y, которая находится на глубине d от y. Вот. Значит, ну и метод двоичных подъемов на самом деле очень похож на, ну, такой, на метод двоичного поиска, ну, то есть на бинарный поиск. Ну, по сути, там бинарные подъемы и бинарный поиск. То есть, что нам говорит бинарный поиск? Давайте возьмем и прыгнем на какую-то степень двойки. Да? Ну, то есть, грубо говоря, там разрежем наш общий массив пополам, и попробуем посмотреть туда, попали мы куда нужно или нет. Ну и в зависимости от того, попали мы куда нужно или нет, мы будем там идти либо влево, либо вправо. Вот давайте попробуем что-то подобное придумать здесь. Вот давайте предположим, пусть d от x совпадает d от y, ну, для простоты. Вот есть вершины y, есть вершины x, они находятся на одной глубине. Что можно придумать? Ну вот давайте, допустим, мы каким-то образом, пока неизвестно каким, но умеем там из какой-то вершины подниматься сразу на несколько шагов наверх, там за единицу. Да, вот, допустим, мы из x можем прыгнуть сразу сюда, и из y тоже можем прыгнуть сразу сюда. И мы попали в какую-то такую вершину. То есть вершину, в которой прыжок из x и прыжок из y совпадает. Что можно сказать про эту вершину? Является она ответом или нет? Ну, в данном случае нет, но вообще говоря, может являться ответом, да? Вот, но вообще говоря, тот факт, что то, что мы попали в одну и ту же вершину из x и из y, ну, не дает мне никакой информации о том, является ответом или нет. Да, то есть это может являться ответом, а может не являться ответом. Окей, а что если я прыгну, скажем, вот куда-то сюда? Вот я прыгнул сюда и прыгнул сюда. Есть у меня какая-то определенность или нет? Да, вот тут уже есть некоторая определенность, то есть я точно знаю, что тут ответа нет. Вот, поэтому идея будет заключаться в следующем. Давайте будем искать самый длинный прыжок такой, что, ну, грубо говоря, у меня вот эти вот родители, родители x и родитель y, не совпадают. Вот. Ну, потому что если они совпадают, то мне, в принципе, у меня нет никакой информации о том, как бы попал я куда нужно или нет. Вот. Дальше я постараюсь сделать как можно более длинный прыжок отсюда по родителям, так, чтобы у меня снова эти родители не совпадали. Ну и так далее. И вот в тот момент, когда я не смогу сделать что-то такой прыжок, вот, допустим, здесь, что это будет означать? Это означает, что я нашел самых первых родителей, которые не совпадают. Это значит, что их родители — это и есть общий предок. Согласны? Вот. Значит, ну, план такой. Теперь как мы будем реализовывать? И вообще, как мы можем прыгать на произвольное расстояние, там, скажем, не за линейное время? Ну, давайте вторым пунктом посчитаем. Для любой вершины v, посчитаем следующую характеристику. v точка up от k. Это будет родитель, который находится на расстоянии 2 в степени k шагов вверх. Вот. Ну, то есть нам будет достаточно, на самом деле, хранить не всевозможные прыжки, да, то есть прыжок на 1, прыжок на 2, прыжок на 3, то есть это слишком дорого. То есть у нас получится там квадратичная сложность, если мы для каждой вершины хранили всевозможные прыжки. Так вот, идея заключается в том, что давайте для каждой вершины хранить всего лишь, ну, логарифмическое количество прыжков, ровно так, как мы это делали в разрежной таблице. Да, то есть для каждой вершины будем знать, куда мы пойдем, если мы прыгнем на 1 шаг, на 2 шага, на 4 шага и так далее. Вот. Как посчитать эту характеристику? Ну, на самом деле тоже очень просто. Ну, по сути, как вот эту рекуррентную. Значит, давайте как будем считать? Ну, во-первых, понятно, что... Давайте так, для любой вершины v, v точка up от нуля, чему будет равно? Чему равен прыжок на 2 в степени 0 из любой вершины? Да, это просто родители этой вершины. То есть v.parent.
Ну, то есть это такая некоторая база индукции, да, то есть для нуля мы знаем, как все посчитать. Теперь, если мне хочется посчитать, куда я прыгну, если я буду, ну, то есть характеристику VA под K, то есть куда я попаду, если я буду прыгать на 2 в степени K шагов вверх. Ну, допустим, я посчитал все это для всех K, там, для всех K штрих меньше, чем K. Значит, прилагается взять V up от k минус 1 и parent, так? Похоже на правду. Но кажется, что нет. Ну, то есть, что вот это означает? То, что здесь написано. Вот мы находимся в вершине V. V up, v up, то есть мы хотим попасть вот куда-то сюда. То есть 2 в степени k. V up, up от k минус 1 мы попадаем вот сюда. 2 в степени k минус 1. Если мы берем parent, то мы попадаем вот только сюда. Что нужно сделать? Да, еще раз вызвать up от k минус 1. То есть если у нас up от k минус 1 уже посчитано, да, то нам вот эта штука вернет некоторую вершину. Вот. Ну и из этой вершины нам нужно снова прыгнуть на k минус 1 шаг, на 2 в степени k минус 1 шаг наверх. То есть точка up от k минус 1. Ну да. Вот. Ну и понятно, что это тоже можно посчитать рекурсивно, да, так как ну вот, если вы находитесь на каком-то пути до вершины v, если вы рекурсивно запускаетесь от каждой вершины, то в тот момент, когда вы будете вызываться от вершины v, все остальные характеристики up на этом пути будут уже посчитаны. Да, поэтому мы корректно можем вызывать как up от k минус 1 для этой вершины, так как по предположению индукции мы для всех меньших k уже все посчитали. И плюс мы корректно сможем вот для этой вершины, в которую мы пойдем, тоже посчитать, точнее, тоже вызвать up от k минус 1, он тоже будет посчитан. Вот. То есть это мы научились прыгать из произвольной вершины. Ну, давайте тут напишем, что это все тоже занимает u от n. Ну, вот это, естественно, тоже все занимает линейное время. То есть за линейное время мы научились, во-первых, считать глубину каждого элемента, и, во-вторых, прыгать на степень двойки из каждой вершины. Окей? Так, давайте сюда. Так, ну и третий шаг. Третий шаг, ну давайте уже алгоритм напишем. LCA от x, y. LCA от x, y. Так, ну смотрите, вот мы, вот как бы я описал некоторым образом алгоритм, ну или идею алгоритма в случае, когда у меня глубина вершины x и глубина вершины y совпадает. Но как бы жизнь устроена немного сложнее. И вообще говоря, глубины y и глубины x могут отличаться. Вот что можно сделать в этом случае? Как будем действовать? Да, поднимем y на высоту x. Отлично. Ну, вы согласны, что на какой бы глубине у меня находился y здесь, я всегда его могу за логарифмическое количество шагов поднять до вот той же самой глубины. Согласны? Вот, поэтому давайте напишем следующую вещь. Давайте напишем так. Давайте так. Если d от x больше, чем d от y, то сделаем swap xy. Ну, чтобы в y всегда находилась наиболее глубокая вершина. Вот. Ну, а далее, давайте я так напишу, up y равно up от y на d от y минус dx. Это поднять y на dy минус dx шагов вверх. Все понимают, что эта строчка может быть выполнена за логарифмическое время или расписать. Ну, верите ли вы, да, что вот если вы знаете, на какое количество шагов вам нужно прыгнуть, имея прыжки 2 в степени k, то есть имея прыжки размера степени двойки, вы всегда за логарифмическое там количество шагов сможет туда прыгнуть, да? Ну просто как бы раскладываете
вот это число по степеням двойки и вот прыгаете на эти шаги. Все. То есть логарифм. То есть таким образом, вот здесь мы уже гарантировали, вот на этом уровне, мы гарантировали, что d от y обязательно совпадает с d от x. Ну, отлично. Все, осталось теперь реализовать вон ту идею, про которую мы говорили. Что мы делали? Ну, во-первых, если x уже совпадает с y, да, то в этом случае мы уже можем вернуть x. Ну, например, x или y. Вот. То есть если вершины совпадают, то, в принципе, самый низкий общий предок — это и есть одна из этих вершин. Вот. А далее сделаем следующую вещь. Давайте сделаем так. For k целая часть логарифма n до нуля. Если x.up от k не равно y.up от k, то я перехожу вот в эти самые вершины. Вот. Что здесь происходит? Ну, по сути, здесь происходит перебор. Давайте здесь нарисую. По сути, здесь как раз происходит перебор прыжков, на которые я могу прыгнуть. Ну, то есть снова есть некоторый путь. Есть x, есть y. И я пытаюсь прыгнуть, начиная с наиболее возможного прыжка. Да, ну, то есть понятно, что если у вас в дереве всего n элементов, то самый длинный прыжок, который вы можете сделать, это вот k равное логарифм двоичного n. Вот, то есть мы пытаемся сделать самый длинный прыжок. То есть, не знаю, какой-то вот такой и такой. Вот, то есть понятное дело, что ну, то есть мы пытаемся сделать самый длинный прыжок, ну и дальше уменьшаем этот самый прыжок до тех пор, пока мы не встретим различающиеся вершины. Ну вот ровно здесь это и написано. То есть мы берем самый длинный прыжок. Если то, куда мы попали, из x и из y не совпадает, то это значит, что этот уровень нас устраивает, и мы идем дальше. И так далее. Вот. Возникает вопрос, что, ну смотрите, у меня тут цикл вроде как один. То есть я сначала... То есть вот допустим, я в какой-то момент для какого-то k-штрих нашел хороший прыжок для x и хороший прыжок для y. Что произойдет у меня на следующей итерации? На следующей итерации я буду рассматривать k равное k' минус 1. Вопрос, а не нужно ли мне заново там начинать этот цикл? То есть, ну, в принципе, теоретически, наверное, я могу взять какой-то вот такой прыжок, у которого k больше, чем k', и попасть в какую-то хорошую точку, или нет? Да, смотрите. То есть смотрите, если меня какой-то k, ну k-штрих вот тут устраивает, то есть значит на следующей итерации k-штрих и все большие элементы k-штрих меня устраивать не будут. Поэтому следующее k, которое мне нужно рассматривать, это k-штрих минус 1. Почему это так? Ну, смотрите. Вот смотрите, что означает, что меня k-штрих в прошлый раз устроил? Это значит, что когда я прыгал на k-штрих, это был первый прыжок, первый по величине прыжок, ну, то есть наибольший прыжок, на который я могу прыгнуть, так что я не выхожу за пределы ну, вот этого неравенства. Да, то есть это наибольший прыжок, который меня не выводит вот на этот путь. Ну, это значит, что какой-то прыжок большей длины, k' плюс 1, попадал куда-то сюда. Зафиксировали. Теперь я попал сюда. Почему на следующей итерации мне не имеет смысла рассматривать прыжок на k' и больше? Ну потому что если я отсюда прыгну на k', то я тоже попаду вот сюда. А эту точку я уже рассматривал. Угу. Поэтому следующее k, которое я должен рассматривать отсюда, это как минимум k' минус 1. Понятно? Вот. Поэтому я обхожусь одним циклом. То есть я одним циклом просто спускаю k от логарифма двоичного n до нуля,
и обновляю x и y при необходимости. Вот. Ну и что у меня получится в конце? Что у меня получится в конце, когда я закончил этот цикл? Что мне нужно вернуть? Ну вот, я что делал? Я пропрыгал всевозможными прыжками и дошел до какой-то точки слева и справа, x, y. Вот, при этом последний прыжок у меня был наименее возможный, так, чтобы у меня все вершины не совпадали. Ну, то есть, что я рассматривал в качестве последнего шага? В качестве последнего шага у меня был k равный нулю. Ну, то есть, точнее так, у меня были последние шаги там k равные единице, k равные двойке и так далее. Вот, что это означает? Ну, это означает, что я наиболее близким образом подошел к наименьшему общему, этому предку. Окей? То есть, если бы я мог еще ближе подойти, то у меня бы там, ну, то есть я бы смог прыгнуть на какое-то большее количество шагов и так далее. Но так как я все k рассмотрел, то это означает, что я вот это расстояние, ну, по сути, вот это расстояние d, я как раз разбил по степеням двойки. Да? Но так как любое число я могу покрыть степенями двойки, то это означает, что вот я как раз дошел до нужного места. Окей? Тогда что мне нужно вернуть в качестве ответа? Ну, x-parent. Да? Ну, или x-parent, или y-parent. Ну почему? Потому что этот цикл мне всегда приводит в вершину, в которую у меня x не совпадает с y. Вот. Ну и плюс вот таким вот двоичным подъемом я дошел до точки, точнее, до наиболее высокой точки, ну или точнее так, наиболее низкой точки, в которой у меня родитель x и родитель y расходятся. Но раз это наиболее низкая точка, в которой x и y расходятся, это значит, что точка выше обязательно склеивает x и y вместе. Согласны? Разумно? Ну вот. В этом заключается алгоритм двоичного подъема. Ну и понятно, что сам вот этот цикл работает за логарифмическое время, плюс из вершины y на произвольное количество шагов мы поднимаемся тоже за логарифмическое время, поэтому общее время запроса есть логарифм n. Вот. Да. Ну, да, на самом деле достаточно логарифм, но давайте предполагать, что если такого прыжка нет, то там, там либо null ptr, либо просто корень и так далее. Вот. Ну да, ну, в принципе, понятно, что вот тут можно начинать там, с логарифма d, где d — это вот глубина x. Вот, но это не важно. Ну, на асимптотику не влияет. Вот. Еще вопросы? А как это может быть? Давайте рассмотрим. Ну, смотрите. Давайте. Ну, вот общий предок. И вот тут какой-то путь до икса. Тут какой-то путь до игрека. Значит, ну вот пусть длина от икса до вот этого элемента. Ну, не знаю, какая. Ну, d пусть будет. И тут тоже d. Ну, то есть мы это гарантировали вот этой строчкой. Что, по сути, делает этот цикл? Ну, этот цикл, по сути, раскладывает d по степеням двойки. То есть мы сначала ищем наибольшую степень двойки, которая меньше, чем d. То есть если d имеет какое-то там битовое представление, то мы сначала найдем вот эту единицу. Потом мы спускаемся по k, вот, находим вот эту единицу. Да? То есть находим минимальную степень двойки, которая вот нас приводит в d. Ну и так далее. Но так как у нас есть 2 в степени k, давайте k0, плюс 2 в степени k1 и так далее. Вот все эти k мы находим. Но это означает, что вот в конце мы в любом случае придем вот сюда.
ну, собственно, цикл так устроен. Вот, поэтому для любого D мы попадем туда, куда надо. Еще. Ну, окей. Так. Ну, в общем-то, что касается классического решения задачи LCA, мне сказать вам больше нечего. Ну, в принципе, есть и другие алгоритмы, но я думаю, этого достаточно. То есть он линейный, он делает запрос в логарифмическое время и так далее. Вот. Возможно, в следующем семестре, когда мы будем говорить про графы, ну, с некоторыми из вас, мы поговорим про какие-то другие алгоритмы, вот, но они уже будут использовать другие идеи, о которых мы как раз в следующем семестре поговорим. А сейчас давайте перейдем к вот какому вопросу. Поговорим о тесной связи задачи LCA и задачи RMQ. Значит, пункт связь RMQ и LCA. Да, я, кстати, не сделал анонс. Вообще говоря, по идее, если мы успеем, то хочется прийти к тому, что я обещал на первой лекции, посвященной RMQ, а именно решение задачи RMQ статической за линейное время и за единичный запрос. Да, то есть, если вы помните, когда мы рассматривали разреженную таблицу, то там, ну, во-первых, классическая разреженная таблица, она работает за n log n и запросом за единицу. Вот, мы смогли ее улучшить там до, давайте, у нас было n log n, и вот единица, потом нам удалось ее улучшить за o от n и o от логарифма n, и в конце у нас был log-log n и вот единица. Вот. Но вот сегодня я стремлюсь к тому, чтобы рассказать некоторый алгоритм, который работает вот так, то есть наиболее эффективным образом. То есть, ну, понятное дело, что быстрее нельзя. Ну, то есть, если у вас есть массив размера n, то быстрее, чем за n, вы его не сможете обработать, ну и плюс запросы быстрее, чем за константу, обрабатывать нельзя. Вот. Удивительным образом оказывается, что это можно сделать, если усмотреть некоторую связь задач RMQ и задач LCA. Вот, давайте о ней поговорим. Так, давайте для начала, не знаю, давайте, например, для начала покажем, что задачу RMQ можно свести к задаче LCA. Ну, то есть, допустим, вы пропустили все прошлые лекции, вот, и только сейчас узнали про LCA. Вот. И, а у вас в контексте задача только на RMQ. Так вот, любую задачу RMQ вы можете решить с помощью алгоритма, который решает LCA. Вот. А как это можно сделать? Ну, смотрите, что мне дано в задаче RMQ? Ну, в задаче RMQ мне дан некоторый массив, там, не знаю, А0, А1, А2 и так далее, АН-1. Вот. Мне нужно отвечать на запрос вида найти минимум на отрезке от L до R. Вот. Как, умея решать LCA, решить эту задачу? Так вот, внезапно нам потребуется декартово дерево. Значит, давайте возьмем и построим декартово дерево по неявному ключу. Ну, или, если вас не устраивает неявный ключ, то можно просто взять или с ключами индексами массива. А с приоритетами YI равными AI. Ну, то есть возьмем и построим декартово дерево на следующих парах. Ну, то есть на парах A, на парах 0, A0, на парах 1, A1, ну и так далее. N-1, AN-1. Вот. Ну, так как ключи у нас индексы, то, в принципе, индексы можем опустить. Да, в прошлый раз обсуждали, что эта идея называется декартово дерево по неявному ключу. Вот, давайте построим такое декартово дерево. Что у нас получится? Ну, получится какое-то дерево.
Вот. Ну, то есть спроецируем. На ось x. То есть это нулевой элемент, это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот. Ну а здесь написаны, собственно, значения нашего массива. Значения вот этого массива. Ну, и эти значения массива мы эти значения массива мы используем в качестве приоритетов. То есть не в качестве значения, а именно в качестве приоритетов. Ну, например, 1, 2, 3, давайте так, 4, 5, 6, 7, 8. Это приоритеты. Вот. И на самом деле уже видна некоторая структура, да? Что мы знаем про Декартово дерево? Что у нас находится в корне любого поддерева? Вот, нам дано некоторое поддерево, например, вот это. Что мы знаем про его корень? Нет, не в ту степь. Это произвольное Декартово дерево без RMQRSQ. То есть это Декартово дерево, которое хранит... Ну что такое Декартово дерево? Давайте. Это структура данных, которая хранит ключи, ну в данном случае у нас Декартово дерево по неявному ключу, и хранит приоритеты. Да? По приоритетам оно является чем? Ну, бинарной пирамидой с минимумом в корне. Ну, то есть в корне любого поддерева хранится минимум. Да? Все, то есть Декартово дерево уже, по сути, обладает там некоторой структурой, которая хороша для нашей задачи RMQ. Да? То есть задача RMQ мы хотим находить минимумы. Соответственно, Декартово дерево в корнях поддеревьев уже хранит минимальные элементы. Вот. Давайте разбираться, как. Ну, точнее, все, тут разбираться нечего, мы, по сути, решили задачу. Значит, утверждение заключается в следующем. Вот если мы так сделали, то утверждение такое. RMQ LR — это то же самое, что LCA LR. То есть если я хочу найти минимум на отрезке от 0 до, от 1 до 3, то что мне нужно сделать? Мне нужно взять вершину с индексом 1, вершину с индексом 3 и найти их LCA. Понятно? То есть запрос RMQ просто-напросто сводится к поиску LCA в декартовом дереве. Ну, давайте докажем, почему так. Почему так? Во-первых, что можно сказать? Можно сказать, что давайте обозначим LCA от LR какой-то буквой, не знаю, L маленькой. Вот пусть L маленькая — это результат запроса на LR. Это L большое. Вот, что можно сказать про L? Так как L корень под дерево L корень под дерево, то понятное дело, что L меньше либо равно, чем L маленькая, и это меньше либо равно, чем R большое. Ну, что это означает? Это означает, что, смотрите, буквально следующая вещь. Вот у вас есть ваш LCA, у вас есть L, у вас есть R. При этом L большое находится в левом поддереве, R большое находится в правом поддереве. Да? Ну а так у вас декартовое дерево является бинарным деревом поиска, то это означает, что L как раз-таки зажата между этими двумя индексами. Да? То есть этот элемент лежит на этом отрезке. Ну, собственно, в чем заключается корректность там, задачи RMQ? Значит, RMQ должен вам найти элемент, который находится именно в этом отрезке, и он должен быть минимальным среди всех элементов этого отрезка. Но вот первый пункт мы уже гарантировали. Да? То есть если мы нашли LCA, то этот узел обязательно находится где-то в промежутке от L до R. Согласны? Ну так это корень под дерево, в котором находятся элементы L и R, и при этом L и R находятся, вообще говоря, в разных поддеревьях. Так, ну и теперь надо показать, что в L действительно хранится минимум на отрезке от L до R. Ну, как выглядит L? Значит, вот есть где-то L большое, есть где-то R большое. Вот. И выглядит как-то все так. Вот.
значит, так как L корень, то L.y минимален во всем поддереве L. А поддерево L содержит отрезок от L до R. Ну, то есть понятно, что, если у вас есть некоторое поддерево, да, и поддерево при этом содержит ключи L и R, то понятное дело, что все промежуточные ключи тоже лежат здесь. Да, то есть не может быть такое, что элемент, который находится между L и R, находится где-то вот здесь или где-то вот здесь, ну, где-то за пределами этого поддерева. Да, ну, это просто свойство бинарного дерева поиска. Вот. Поэтому L содержит полностью отрезок LR, ну и плюс, возможно, еще что-то. И при этом L вот на этом всем большом отрезке является минимумом. Ну, соответственно, L является минимумом и на этом отрезке. Согласны? Все. Из этого следует, L является минимумом и на LR. Ну все. Ну то есть, если мы рассмотрим LCA для LR, то про этот LCA что мы знаем? Мы знаем, что он лежит в пределах от L до R, да? Ну, то есть так это корень этого поддерева. А, вот, он, то есть это значит, что вот этот элемент, ну этот элемент массива, да, лежит между L и R. Это во-первых. А во-вторых, мы точно знаем, что этот элемент он минимальный, да, минимальный вот на этом отрезке. Почему? Потому что он минимальный во всем поддереве, а L и R у меня целиком лежат в этом поддереве. Значит, L минимален и на этом отрезке. Все. Вот так. Есть вопросы? Давайте еще раз проговорим. Значит, что мы сделали? Мы свели задачу RMQ к задаче LCA. Как это делается? Да, во-первых, мы время еще не обсудили, давайте обсудим тоже параллельно. Значит, что мы делаем? Во-первых, мы строим декартово дерево по неявному ключу, ну или используя в качестве ключей индексы массива. Вот. Строить декартово дерево мы умеем за линейное время, да? Ну, то есть случай, когда у нас ключи отсортированы. Вот, поэтому это все занимает, первый шаг занимает O от N. Вот. Ну, на самом деле все. Да? То есть весь препроцессинг сводится к тому, что вот мы на этом массиве строим некоторое декартово дерево. А дальше запрос. Ну а запрос показан здесь. За какое время он работает? За какое время работает этот запрос? Ну, LCA, саму задачу LCA мы умеем решать как минимум за логарифмическое время. Ну, поэтому запрос RMQ тоже будет работать за логарифмическое время. Вот. O от ln. Ну, то есть как выглядит запрос RMQ на массиве? Ну, то есть если вам нужно найти минимум на массиве от L до R, вы ищете узлы с соответствующими индексами, ну, допустим, вот L и R. Дальше запускаете поиск LCA, ну, например, с помощью двоичных подъемов. Вот, находите эту вершину и смотрите, ну, не знаю, либо приоритет этой вершины, если вам нужно само значение вернуть, либо индекс этой вершины, да, то есть, ну, по какой по величине вершины она является. Вот, соответственно, ну, тогда находите индекс. Вот. Значит, вот так выглядит сведение задачи RMQ, задачи LCA. Следующий пункт — это сведение задачи LCA к задаче RMQ. Значит, допустим, вы пропустили 5 минут первой лекции, а потом, в общем, наоборот, не пропустили первые 5 минут, а потом все пропустили. Значит, как решить задачу LCA, если вы умеете решать задачу RMQ? Все тоже довольно просто. Смотрите, значит, в чем заключается постановка задачи LCA? Значит, у вас есть какое-то дерево, вот какое-то дерево. И вам нужно для любой пары вершин уметь определять самого низкого общего предка. Как мы поступим? Поступим мы следующим образом. Во-первых, давайте
снова, как и раньше, для каждой вершины посчитаем ее глубину. Ну, давайте в качестве первого пункта посчитаем глубины вершин. За линейное время. А дальше мы выполним... Вы же проходили, да, всякие in-order, pre-order, post-order обходы графа, да? А вот тут мы выполним все order обход графа, то есть и post-order, и pre-order, и in-order. Ну, давайте напомним, да, краткое напоминание, что... Значит, если у вас есть pre-order обход, то это означает, что вы, ну, условно, там делаете print вершины, а потом рекурсивно обходите... левую часть и pre-order обходите правую часть. А, вот, значит, post-order это то же самое, да, но только давайте post-order. То же самое, но только print вы делаете в конце. Да, то есть сначала запускаете от левого сына, от правого сына и потом вершину. А, вот, ну и in-order. Сначала обходите левого сына, потом печатаете саму вершину, а потом заходите в правого сына. Вот. Что? Ну, просто проходим в порядке, ну, не знаю, там есть какой-то естественный порядок на вершинах. Ну, не знаю, там, если у вас больше двух детей, то, скорее всего, ну, вы их храните тоже там в отдельных полях, ну, либо в массиве. Ну, просто каким-то образом проходитесь, однозначным образом. Вот. Ну, короче говоря, у вас в преордере что происходит? Вы сначала обходите саму вершину, а потом в каком-то порядке обходите детей. Вот. В постордере вы сначала обходите детей, а потом обходите саму вершину. Вот. Но как бы это просто напоминание. Мы будем делать другую вещь. Мы будем выполнять сразу все обходы в том смысле, что после каждого посещения ребенка мы будем посещать себя еще раз. Ну, скажем, вообще этот обход... Называется либо Эйлеров обход, либо обход DFS. Ну, давайте называть Эйлеровым. Значит, я напишу в случае бинарного дерева. Вот, в случае, там, когда у вас больше детей, ну, понятное дело, вы просто, ну, просто вставите соответствующий обход между каждым вызовом от детей. Ну, то есть мы делаем print node, потом... Давайте коротко напишу Euler от node left, потом print node, потом снова заходим уже в правого сына, ну и потом возвращаемся в себя же. Вот. Ну давайте схематично изобразим, как выглядит обход. И этот обход выглядит следующим образом. Ну, сначала мы идем и посещаем вершины 0. Ну, то есть посещаем вершину 0. Рекурсивно запускаемся от единицы. Ну, точнее, от левого сына печатаем единицу. Рекурсивно запускаемся от левой части. Так, только тут надо... Давайте пронумеруем вершины. Это нам нужно. Нам же нужны номера вершин. Давайте так. 0, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Вот еще раз, как выглядит обход? Ну, смотрим, сначала стартуем с корня, пишем 0. Дальше спускаемся в левого сына, печатаем единицу. Спускаемся еще раз в левого сына, печатаем четверку. Все, рекурсивный вызов закончился, выходим. Запускаемся от единицы. А, точнее, вот вернулись в единицу снова. После того, как мы закончили... рекурсивный вызов, мы снова печатаем ту же самую вершину. Окей? Вот, и снова печатаем единицу. Идем вправо. Печатаем двойку. То есть вот обход выглядит как-то вот так. То есть спустились двойку. Ну, то есть, грубо говоря, мы будем дерево обходить вот так по контуру. То есть Эйлеров. Что? Да, пятерку надо печатать. Вот. То есть Эйлеров обход, он, грубо говоря, обходит дерево вот так вот по контуру.
Да, то есть вы сначала идете, вот, сначала спускаетесь по левым детям, потом идете вправо, возвращаетесь снова в родителя, возвращаетесь в родителя, давайте допишем. Давайте здесь будем писать. 0,1, 4, 1, 5. 0, 1, 4, 1, 5. Дальше снова 1, снова 0. Что-то я слишком большое дерево нарисовал, давайте. Чуть уменьшим. Ну нет, если нет детей, то мы как бы заходим и сразу выходим. То есть, ну там да, дополнительно, то есть там дополнительно еще должны быть вставлены проверки, что типа если ребенок есть, то, ну я это пропустил просто, ну понятно, что. Понятно, что если у вас нет левого ребенка или правого ребенка, то обходить рекурсивно в него не нужно. Вот, поэтому только один раз печатаем. Вот, 0, 1, 4, 1, 5, дальше снова 1, дальше 0, дальше заходим в центральных детей, то есть 2, 6. Ну и дальше поднимаемся обратно, 2, 0. То есть, грубо говоря, просто обходим там 0, 1, 4, 1, 5, 1, 0, 2, 6, 2, 0. И дальше 3, 7, 3, 0. Вот. Вот такой Эйлеров обход. То есть второй пункт. Запускаем Эйлеров обход. Печатаем вершины. И самое важное сейчас, печатаем вершины и их глубины. То есть дополнительно, помимо того, что мы напечатали каждую вершину, мы еще рядом с ней напечатали ее глубину. То есть для... Нуля — это 0, для единицы — это 1, дальше для двойки, тройки — тоже 1. Вот. Ну, для всех остальных 4, 5, 6, 7 — это 2. Вот. Вот, ну… Понятно, что Эйлеров обход работает за сколько? Он тоже работает за линейное время. Хотя, казалось бы, он там печатает слишком много всего. Да? То есть мы каждую вершину печатаем по несколько раз. Но при этом заметьте, что каждую вершину мы напечатаем, ну сколько? Ну, не более чем, ну, не более чем ее степень. Да, раз. Вот, то есть когда мы печатаем вершину, когда мы только в нее приходим и когда мы возвращаемся в нее из детей. Да, то есть вот мы в нее вошли, дальше вернулись из единицы, вернулись из двойки, вернулись из тройки. Вот. Вот. А что будет, если мы просуммируем все степени всех вершин? У нас будет просто общее количество ребер, да? Ну, умноженное на 2. Вот. Ну, а общее количество ребер у нас не более чем 2 от количества всех вершин. Да? Ну, давайте напишем. Вот. Сделали этот шаг. Ну и теперь запрос. То есть, по сути, вот мы построили такой массив. Значит, утверждение заключается в том, что чтобы найти LCA для любых двух вершин, например, для четверки и тройки, мне достаточно найти какую-то четверку вот здесь, ну, допустим, вот эту, и какую-то тройку здесь. Вот эту. А дальше вот на этом отрезке найти RMQ. Вот. Что? По глубинам, да, естественно. Вот. Но в данном случае там, например, вот это 0. Вот. Давайте докажем, что это действительно так. Значит, утверждение. LCA от XY это есть RMQ от IDXX и давайте просто и от X, и от Y. Ну, это
некоторые позиции x и y в построенном, ну давайте RMQD. Ну, в том смысле, что мы берем минимум по глубинам. Ну, то есть, ну, в качестве этого значения массива используем вот эти значения. Так. Ну, почему это так? Ну, во-первых, давайте поймем следующую вещь. Вот я взял, ну, в данном конкретном примере, я взял четверку и, что там, тройку, да? То есть взял какую-то четверку и какую-то тройку. Вот если я рассмотрю последовательность 4,1, 5,1, 0,2, 6,2, 0,3 и так далее, вот что это будет? Вот просто там без относительной задачи, вот просто смотрим на это дерево, я там вам говорю 4, 1, 5, 1, 0, 2, 6. Вот. Что это будет с точки зрения дерева? Ну, не совсем под дерево. Это просто будет некоторый путь из четверки в тройку. Согласны? Вот давайте это напишем. Что отрезок и от x, и от y задает путь из x в y. А что можно сказать про любой путь из x в y? Вот вообще про любой. Вот я беру произвольные вершины в дереве. И вот я иду из x в y. Да. Согласны ли вы, что он обязательно, обязательно должен пройти по наименьшему общему предку? Ну, потому что наименьший общий предок — это, по сути, та вершина, которая связывает x и y. Ну, или можно воспользоваться утверждением, что в дереве между любыми двумя вершинами есть только один простой путь. Вот. Но этот простой путь, естественно, проходит через общего предка. Вот. Ну, а любой путь в дереве проходит через LCA XY. Ну, любой путь. Давайте тут из XY. Любой путь из XY в дереве проходит через LCA XY. Все, то есть что мы знаем? Мы знаем, что вот на этом отрезке, на котором мы ищем RMQ, у нас гарантированно есть LCA. Да? Что осталось показать? Ну, осталось показать, что у него будет наименьшая глубина среди всех вершин, которые здесь перечислены. Ну, то есть мы сказали, что тут есть какой-то LCA, но при этом, ну, как бы, пока непонятно, почему у этой вершины обязательно будет минимальная глубина. Да, вдруг мы поднимались куда-то выше. Так вот, на самом деле, выше мы не поднимемся. Почему? Почему мы не можем подняться выше LCA? Есть догадки? Из-за того, что у нас ну, это да, а поподробней? Ну, мы перед тем, как подниматься у родителя, так, при обходе, будем сначала обходить всех детей. Ага. И за счет этого мы точно знаем, что родитель LCA будет лежать уже после всех детей. Ну, в целом, да. Ну, то есть можно проще. Можно сказать, что если мы, то есть если наш рекурсивный вызов от какой-либо вершины закончился, то мы в эту вершину больше никогда не вернемся. Согласны? То есть давайте напишем следующую вещь. Ну, во-первых, наблюдение. Вот то, что я сказал. Если вызов... Ну, короче, давайте так, не так. Эйлеров обход не вызывается два раза от одной и той же вершины. Эйлеров обход два раза не вызывается одной и той же вершины. Ну, откуда это следует? Ну, это следует вот
и самого алгоритма. Да? То есть вот, если я запускаюсь от вершины ноут, ну давайте, вот если я запускаюсь от вершины ноут, ну то есть я печатаю вершину, запускаюсь от левого сына, и вот от левого сына я больше никогда не запущусь. Все, если этот вызов у меня закончен, то все, я туда больше, ну то есть в это под дерево я больше никогда не вернусь. Понятно? Вот. Дальше я рекурсивно запускаюсь, там, скажем, от правого сына. Снова я всего правого сына обошел и возвращаюсь обратно. Все, от него я больше никогда вызываться не буду. И вот после того, как вот этот вот рекурсивный вызов у меня закончится, от вершины ноут я тоже не буду никогда вызываться. Ну, ровно вот по этой причине. Понятно? Вот. То есть вот эта сама функция, то есть не функция print, да, то есть print — это просто печатать, это не обход. Обход — это вот эта функция Euler. А вот функция Euler никогда два раза от одной и той же вершины не вызывается. Окей? Вот. То есть Euler-обход не вызывается два раза одной и той же вершины. Ну а что это значит? Значит, допустим, на этом пути, который мы рассматриваем, ну я напомню, мы взяли какую-то вершину x в массиве, взяли какую-то вершину y в массиве и рассмотрели путь от x в y. Вот, допустим, на этом пути есть вершина выше LCA. Ну, то есть, что это значит? Вот у меня здесь LCA от x, y. И вот есть вершина выше нее. Ну, здесь где-то x, здесь где-то y. Что это означает? Как я мог попасть в эту вершину? Но это, что это значит? Это означает, что я от x как-то попал в эту вершину, да? А потом спустился в y. Давайте здесь. То есть Эйлеров обход поднялся в родителя LCA, да, ну то есть еще раз повторю, вот я стартовал свой путь из X. Дальше где-то посередине этот путь забрел в родителя LCA. Ну что это значит? Это значит, что я зашел в LCA, а потом из LCA поднялся в родителя, да? А что это означает? То есть рекурсивный, то есть в каком случае я поднимаюсь от предка к родителю, точнее от потомка к родителю. Вот что означает вот этот подъем в терминах Эйлерова обхода? Да, это означает, что у меня завершился рекурсивный вызов, да? То есть по пути поднимаюсь я вверх только в случае, когда у меня завершается рекурсивный вызов. То есть рекурсивный вызов Эйлер от LCA был завершен. Вот. То есть, еще раз останавливаемся, понимаем, что происходит. Мы были в вершине X. Из вершины X мы каким-то образом добрались до родителей LCA. Так как мы добрались до родителей LCA, это означает, что у нас рекурсивный вызов от этой вершины был завершен. То есть все, мы это дерево больше не обходим. Все видят противоречие? Но противоречие заключается в том, что после того, как я из X пошел в родителя, у меня оказывается, что я из этого родителя потом как-то еще попал в Y. Ну а как я мог попасть в Y, если я, ну, то есть, если я не могу снова возвращаться по этому самому ребру? Понятно? То есть у меня Эйлеров путь два раза в одну и ту же вершину не заходит. Ну все, противоречие. То есть рекурсивный вызов Эйлер от LCA XY был завершен, а потом вновь был запущен. Ну, давайте напишем, что так как
так как после был напечатан Y. Все, ну противоречие. Противоречие с, что у нас, с наблюдением, да? Наблюдение. Все. Давайте еще раз проговорим доказательство. На самом деле простое, тут что-то много слов получилось, но идея простая. Вот, значит, мы находим, ну, то есть у нас есть некоторый массив, массив Эйлерова обхода. А, вот, мы берем какое-то вхождение x туда, какое-то вхождение y. Вот эта последовательность вершин, которую мы посетили, задает некоторый путь. Некоторый путь из x в y. Значит, первый пункт очевидный, этот путь обязательно проходит через LCA. Теперь второй пункт, нужно доказать, почему этот путь никогда не проходит по вершинам, которые находятся выше LCA. Ну, очень просто. Значит, допустим, он проходит через вершину, которая находится выше, чем LCA. Но это значит, что мы из x поднялись вот сюда. Вот. Ну, а если мы поднялись вот сюда, то есть если мы в какую-то вершину поднялись обратно, то по этому же пути, то есть вот по этому ребру мы никогда не пройдем. Ну, так устроен Эйлеров обход. Да, то есть если вот этот вызов завершился, то все, сюда мы больше никогда не попадем. Ну все, а это значит, что отсюда мы никак в игры попасть снова не могли. Да? Но это противоречие с тем, что у нас путь устроен так. X поднимается сюда, а потом каким-то образом попадает сюда. Вот, противоречие. Все, следовательно, LCA — это вершина с минимальной глубиной, которую мы посещали. Ну все, это значит, что мы можем свести задачу LCA к поиску просто RMQ вот на этом массиве. Точнее, на этом подотрезке. Окей? Отлично. Ну, по сути, вот. То есть, по сути, мы доказали что? Мы доказали, что задачи LCA и RMQ, по сути, эквивалентны. Да, то есть, если вы умеете решать одну задачу, то вы обязательно умеете решать и другую задачу. Вот. Теперь давайте начнем наш путь. Все, последний пункт. Начнем наш путь к тому, что попробуем решить задачу RMQ за линейное время. И тут нам внезапно потребуется сведение к LCA. То есть, значит, небольшой спойлер. Как мы будем решать задачу RMQ за линейное время? Мы возьмем задачу RMQ, сведем ее к LCA, потом LCA сведем к RMQ, и вот его мы решим за линейное время. Сложно. Давайте поясню. Значит, на самом деле, вот я утверждаю, что вот это сведение LCA к RMQ на самом деле сведение не к RMQ. На самом деле мы свели задачу к, ну, наверное, чуть более простой. Вот. Что можете сказать вот про этот массив? Вот я утверждаю, что вот этот массив, он устроен, ну, несколько особенным образом. Во. Все понимают, что соседние элементы обязательно отличаются на единичку. Потому что Эйлеров обход, он либо спускается вниз, либо поднимается наверх. И вот такая постановка задач называется плюс-минус 1 RMQ. То есть давайте замечание. Задача. То есть давайте здесь напишем RMQ плюс-минус 1. Вот. Задача, которой свелась LCA, называется RMQ плюс-минус 1. Так как соседние элементы отличаются на плюс-минус 1. Вот. Так, и вот задачу RMQ плюс-минус 1 можно решить эффективно за линейное время. Вот давайте этим займемся.
еще один пункт RMQ плюс-минус 1. Значит, алгоритм, с помощью которого мы будем решать эту задачу. Вот эту задачу мы сейчас решим за линейное время, ну, в смысле, за построение за линейное время и ответ на запрос за единицу. Вот. Значит, алгоритм, который мы рассмотрим, называется алгоритмом Фара-Колтона и Бендера. Вот. На всякий случай. Значит, как работает алгоритм? Алгоритм работает, ну, очень похожим образом, как мы обсуждали на первой лекции. Значит, на первой лекции мы обсуждали SQRT-декомпозицию. Помните? Что мы делали? Вот у нас был массив. Далее мы его разбивали на кусочки размера b. B, тут B. Ну, этот кусочек, возможно, давайте, тоже B. Этот кусочек, возможно, меньше равен, чем B. Что мы делали? Ну, мы просто брали и считали минимум в каждом из этих кусочков. То есть размер этого массива N, размер этого массива n деленное на b. Ну, давайте отдельно как-то еще раз поясним. Разбиваем на подмассивы размера b. На каждом под пассиве ищем минимум. Ну и третий пункт. Вот давайте вот на этом массиве, как и раньше, вот на этом массиве построим разреженную таблицу. Строим на полученном массиве sparse table. Так. Значит, ну и сколько времени это занимает? Давайте t препроцессинга от n и b. Значит, как раньше, это у нас занимало, ну, понятное дело, там линейное время там, на то, чтобы посчитать всевозможные минимумы вот, на каждом из этих подотрезков. Вот. Ну и плюс мы строим разреженную таблицу на массиве размера n деленное на b, но разреженную таблицу мы строим за вот такое время. Так, и ну, весь основной вопрос у нас заключался в том, что мы делаем с этими небольшими кусочками. Да? Ну, то есть в простом варианте мы просто считаем там банальным образом, то есть примитивным образом. То есть просто если нам нужно, точнее так, давайте напомним, что вот если вам нужно найти минимум на каком-то отрезке, то вы этот запрос сводите к поиску минимума на вот этих подотрезках, да, ну, то есть, по сути, вот на вот этих элементах, на маленьких элементах. Вот. На вот этих вот остатках. На вот этих остатках вы считаете минимум каким-то другим образом. Ну, например, там, ну, просто-напросто линейно проходитесь, ну, либо на вот этих маленьких кусочках, в свою очередь, строите свою спарс-таблицу. Вот. Это то, что было раньше. Значит, Фарах, Колтон и Бендер предлагают другую вещь. Давайте, наконец, воспользуемся тем фактом, что у нас задача RMQ плюс-минус 1. Значит, ключевой вопрос следующий. Что делать с массивами размера b? Ну, то есть что делать с вот этими друзьями? Значит, тут давайте воспользуемся тем фактом, что у нас задача плюс-минус 1. То есть все соседние элементы отличаются на плюс 1 или минус 1. Пример.
Чем отличаются эти массивы? Ну, то есть согласны, что с точки зрения, что вообще говоря, с точки зрения задачи RMQ плюс-минус 1, эти массивы ничем не отличаются. Ну, то есть и этот массив можно закодировать следующим образом. Плюс 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, плюс 1. Согласны? Что и этот массив имеют вот такой вид. То есть нам не важно, что, то есть, чтобы найти минимум на произвольном отрезке, нам вообще говоря не важен начальный элемент. Да? То есть нам важно то, как ведут себя там эти элементы, да? То есть вот какой у них график условный. И это нас наталкивает на следующую мысль, что в принципе вот таких количество таких различных последовательностей вот такого вида, наверное, не очень много. Согласны? То есть разнообразие массивов у вас не очень большое. То есть в случае, когда вы решаете там обычную задачу RMQ, у вас там массивы могут, то есть соседние элементы могут отличаться на плюс 5, на плюс 4 там и так далее. А если у вас массивы отличаются на плюс-минус 1, то вы любой массив можете закодировать вот таким образом. Да? И ответ не будет зависеть от конкретного вида. То есть ответ будет зависеть лишь от того, ну, лишь от вот такой маски, плюс-минус 1. Согласны? Есть контакт? Вот, то есть давайте напишем. Любой массив можно закодировать. Последовательностью из b минус 1. Последовательностью плюс-минус 1. Ну, как это математически пишется? Степени b минус 1. Похоже на правду. Последовательностью из b минус 1 элемента, принадлежащего множеству минус 1 и плюс 1. Согласны? Вот. И вы, наверное, сейчас ждете чего-то умного, да? Вот. Есть массивы плюс-минус 1, и мы сейчас как-то очень круто на них там сможем построить запросы. Ну вот фиг вам. Мы сейчас возьмем, переберем все такие последовательности, переберем все возможные пары LR и посчитаем на них ответы. Тупым перебором. Значит, переберем, прям подчеркну, в тупую. Все последовательности, ну, все эти последовательности и все пары без и, все эти последовательности, все пары LR, и предпочитаем ответы. Все, то есть условно, если у вас b равно, не знаю, там, b равно 5, то что мы делаем? Мы перебираем 2 в степени 4, то есть 2, то есть, сколько там, 16, да, 16 возможных массивов, и для каждого массива, ну вот, для каждого из этих 16 массивов перебираем, ну, все возможные пары. Ну, то есть вот как мы на самой первой лекции там говорили, самый тупой алгоритм. Вот мы делаем самый тупой алгоритм. Но только мы сохраняем все результаты в отдельную таблицу. Окей? Сколько памяти на это уйдет? Ну и сколько времени? Ну, вообще говоря, это занимает сколько? Ну, сколько всего таких последовательностей размера b минус 1? Ну, почему b минус 1, кстати, все понимают? У нас же последовательность размера b. Ну, потому что у нас первый элемент, не, ну, он ни на что не влияет, да? То есть нас интересует только вот этот вот хвост, плюс-минус 1. Так, возвращаемся. Сколько всего таких последовательностей размера b минус 1? 2 в степени b минус 1. Ну, в терминах о нотации давайте просто напишем 2 в степени b. Ну, о большое 2 в степени b.
на минус 1 забьем. А сколько всего возможных пар LR нам нужно рассмотреть? Ну, b квадрат. Ну, на константы забиваем b квадрат. Вот. То есть вот такой предпосчет. То есть для каждой возможной последовательности, всего таких последовательностей 2 в степени b, ну, 2 в степени b минус 1, ну, пишем 2 в степени b, вот, мы перебираем всевозможные пары LR и сохраняем ответ. То есть нам нужно вот столько памяти и вот столько времени, естественно. То есть вот сюда добавляется еще член 2 в степени b на b в квадрате. Вот. Алгоритм закончен. То есть вот алгоритм такой. Давайте еще раз проговорим. Берем массив размера n, делим его на куски размера b. Значит, внутри каждого куска, точнее, по каждому куску считаем минимум, сохраняем в отдельный массив. Вот по этому получившемуся массиву строим спарс-таблицу. Теперь вопрос, как отвечать на запросы внутри вот этих подотрезков. Ну, то есть, когда у меня получаются вот такие остатки. Значит, очень просто. Значит, Farah, Colton, Bender предлагают просто-напросто взять всевозможные такие последовательности и предпочитать ответ на них. Вот, то есть ответ на запрос вот на таком маленьком участке будет занимать от единицы. Это что? Ну, то есть почему так? Ну, я просто буду смотреть, что это за массив такой, да, то есть, ну, какую маску он имеет, то есть как он закодирован в терминах плюс-минус единицы. И дальше обращаться к соответствующей ячейке LR. Вот, то есть запрос работает всегда за O от единицы. Ну почему? Потому что это одно обращение к спарс-таблице и максимум два обращения вот к вот этой предпочтительной таблице размера 2 в степени b на b квадрат. Вот. Все, запрос за единицу проговорили. Теперь ну, в качестве задания на после перерыва попробуем понять, почему вот эта штука, ну как эту штуку можно сделать линейной. Тут в перерыве задали вопрос, я это не проговорил, но давайте скажем. Ну, смотрите, был такой вопрос. Ну, смотрите, у меня есть… То есть я хочу отвечать на запросы вот на таких маленьких отрезках, но чтобы ответить на запрос на этот маленький отрезок, мне нужно сначала понять, ну, какому типу он принадлежит, да, то есть, по сути, потратить время, равное b, вот, а потом только обратиться в таблицу. А, вот. На самом деле тут тоже можно все сделать за единицу, точнее, нужно делать за единицу, в том смысле, что вы можете заранее для каждого этого подотрезка понять, к какому типу он относится. Окей? Ну, то есть, скажем, этот отрезок относится к типу m1, этот относится к типу m2, m3 и так далее. То есть заранее предпочитать для каждого вот такого отрезка, ну, его маску, да, и дальше уже, когда вам поступает конкретный запрос, скажем, вот на таком отрезке, на таком подотрезке, вы просто, ну, как бы уже знаете маску этого отрезка и просто обращаетесь к соответствующим элементам LR. Вот, поэтому тут тоже все за единицу. Вот, значит, поэтому операция запроса действительно выполняется за единицу, так как… Ну, к вот такому массиву у нас спарс-таблица обращения за единицу. Ну и вот к этим элементам мы тоже, так как все предпочитали, мы тоже… Это просто одно обращение к трехмерному массиву. Осталась непонятная следующая вещь. Вот смотрите. Мы… Ну, время построения, да? Так, вот мы строим спарс-таблицу за время nb на логарифм n, деленное на b. А после этого вот на таких маленьких отрезках… Точнее, не на них, а вот просто перебираем всевозможные маленькие отрезки, всего их 2 в степени b, и для каждой пары LR считаем на них ответ, то есть 2 в степени b на b квадрат. Вопрос, что нужно взять в качестве b, чтобы у нас все получилось? Ну, смотрите, как бы в прошлый раз, ну, когда мы обсуждали такую технику, мы говорили, что в принципе в качестве b неплохо бы взять логарифм n, да? Ну, почему? Какая логика была? Ну вот если мы возьмем b равное логарифму n, то что у нас тут получится? У нас тут получится n, деленное на логарифм n, умноженное на логарифм n, деленный на логарифм n. Так, можно тише, пожалуйста? Так, и что у нас получалось? У нас вот этот логарифм сокращался с вот этим логарифмом, да, и получалась просто линейная асимптотика. Но проблема вот в чем. Если я возьму логарифм, да, и вот здесь, что будет, если я возьму что-то большее, чем логарифм, ну, по асимптотике? Ну, например, там какой-нибудь, не знаю, логарифм в квадрате. Ну, станет b большим, да, и у нас там, у нас на самом деле был другой член, в общем, ладно. Раньше мы брали в качестве b логарифм, у нас все устраивало. Значит, утверждается, что взять логарифм сейчас не получится. Почему?
Потому что если я в качестве b возьму логарифм, то тут у меня возникнет что? 2 в степени логарифма — это n, и еще логарифм в квадрате n. Беда. То есть логарифм сейчас оказывается слишком большой. Ну, давайте попробуем взять что-то меньше, чем логарифм. Если возьмем что-то меньше, чем логарифм, то… Ну, давайте здесь. Если я возьму что-то меньше, чем логарифм, то что у меня получится здесь? Если b по асимптотике меньше, чем логарифм, то вот этого сокращения у меня не получится. И вот тут возникнет нечто, что больше, чем n. Понятно? То есть возникает такой затык. С одной стороны, брать логарифм хорошо, потому что здесь тогда будет n, но тут будет n лог квадрат n. Если я захочу уменьшить вот этот член, то есть возьму что-то меньше, чем логарифм, то у меня вот этот член вырастет, он будет больше, чем линейный. Что делать? В чем обман? Ну, то есть не зря же написана эта формула. Как ее победить? Как все свести к линейному случаю? Предлагают логарифм в степени меньше единицы. Ну, давайте попробуем взять логарифм. Ну, опять же, меньше, чем логарифм, нельзя. Ну, допустим, корень логарифма. Тогда что вот тут будет? Тут будет n, деленное на корень из лог n. Тут будет лог n. Ну, давайте так. Тут будет лог n, там минус, ну, неважно там. N, деленное на корень из лог n. Вот этот логарифм сократится с этим корнем, то есть вот этот корень, этот логарифм сократится с этим корнем из лог n, и тут будет член, точнее, тут будет множитель вида корень из лог n. Что? Само n в степени. Само n в степени меньше единицы. О, а это уже хорошо. Значит, идея такая. Идея взять n в степени, ну, скажем, 1 вторая. Ну, давайте не так, давайте сделаем так. Давайте возьмем b равное 1 вторая от лог n. Вроде как предыдущая интуиция, ну не знаю, там как у вас, но, наверное, там на основании предыдущих курсов, предыдущих алгоритмов, кажется, что константа ни на что не влияет. Ну действительно, если мы посмотрим сюда, то ну, какая разница, да? То есть тут возникнет константа, тут возникнет константа. Ну, как бы у нас в терминах аннотации везде константы убиваются. Но не для экспонент. Вот для экспонент константы крайне важны. Смотрите, добавив всего лишь 1 вторую, то есть заменив лог n на 1 вторую лог n, что я получу здесь? Ну давайте. Здесь я получу все тот же самый o от n. Да, потому что тут будет логарифм, логарифм с логарифмом сократятся, получится просто n. А что будет здесь? Тут будет 2 в степени 1 вторая лог n, умноженное на 1 вторая лог n в квадрате. Чему равно 2 в степени логарифм n пополам? Корень из n. Корень из n на логарифм в квадрате n. А что можно сказать про эту функцию? Да. Любая степень логарифма растет медленнее, чем любая степень n-ки. Понятно? То есть можно сказать, что это асимптотически растет медленней, чем, ну, скажем, корень из n умноженный на корень из n. Еще раз. Любая степень логарифма растет медленнее, чем любая степень n-ки. То есть это означает, что вот эту штуку тоже можно оценить как O(n). И мы победили. Все. То есть как выглядит полный алгоритм? Мы уберем изначально… То есть мы хотим решить задачу RMQ плюс минус 1. То есть у нас в массиве все элементы соседние отличаются на плюс 1 или минус 1. Что мы делаем? Весь массив разбиваем на подмассивы размера b. Значит, внутри каждого подмассива считаем минимум, строим на получившемся массиве спарс-таблицу, ну, разреженную таблицу. Вот. Дальше для всевозможных b, ну, для всевозможных подмассивов b, ну, точнее, для их маск, предпосчитываем ответ. Да? Предпосчет ответа занимает 2 в степени b умноженное на b квадрат. Таким образом, полное построение занимает вот такое время. Если я в качестве b возьму 1 вторую на логарифм n, то у меня второй член будет n, и третий член будет оцениваться сверху как n. В итоге суммарное построение есть o от n. Вот. Таким образом, удалось решить задачу RMQ плюс минус 1 за линейное время. Ну, почти как обещал. Остался последний пункт, вот действительно самый последний. Это понять, как решить произвольную задачу RMQ
за линейное время препроцессинга, ну, точнее, статик RMQ, за линейное время препроцессинга и за единицу запроса. Значит, ну, я уже немного проспойлерил, но давайте напишем. Значит, пункт последний. Решение static RMQ за препроцессинг от n и запрос от единицы. Все очень просто. Была у нас задача RMQ. Сведем ее к задаче LCA. Мы умеем сводить задачу RMQ к задаче LCA за линейное время. Ну, помните, да? Просто строим декартовое дерево. Дальше. Что мы умеем делать с задачей LCA? Да, мы умеем ее сводить к задаче RMQ плюс минус 1. Тоже за линейное время. RMQ плюс минус 1. А что мы умеем делать с задачей RMQ плюс минус 1? Да, мы умеем ее решать с помощью алгоритма Фаррах-Колтон-Бендера. Все. Фаррах-Колтон-Бендера. Все. Вот такая история. Ну, естественно, на практике так никто не делает. Вот. Поэтому я как бы сделал анонс, что лекция больше теоретическая. То есть с точки зрения теории можно построить, ну, то есть можно решить задачу RMQ там, за максимально оптимальное время, да, то есть за линейное время процессинга и за единицу. То есть, в принципе, если покопаться в различных там математических, алгоритмических статьях, то есть много там предлагаемых решений, там той же самой задачи RMQ и так далее. Но это, наверное, ну, самое классическое, оно, наверное, там встречается там во многих курсах. Ну и плюс, наверное, одно из самых простых, ну, по крайней мере, из того, что я видел. Вот. Есть еще один алгоритм, который описан на CodeForces. Я могу там после лекции скинуть там в чат, если интересно, почитайте. В общем, ну, там какие-то народные умельцы, в общем, описали алгоритм, который может решать ту же самую, ну, то есть тоже может решать задачу RMQ за линейное время и за от единицы запроса. Вот. Но там, кстати, используется точно такая же идея, вот, но уже без сведения к там LCA и тому подобное. Вот. Но как бы первоисточников я не нашел, поэтому рассказывать не стал. Вот. Ну, что еще можно сказать в заключении? Значит, ну, все, мы полностью, по сути, рассмотрели задачу RMQ, рассмотрели задачу LCA. Да, поняли, что на самом деле задача LCA ничем не отличается от задачи RMQ, то есть они взаимно друг к другу сводятся. Вот. Ну и по поводу этого метода тоже, наверное, стоит сказать, что это довольно распространенный метод решения там различных алгоритмических и других задач, который называется алгоритм четырех русских. Вот. Ну, то есть в чем идея? Идея стоит в том, что если у вас есть какая-то большая задача там, на массиве, на матрицах и так далее, то вы ее разбиваете на какие-то мелкие там подмассивы, подматрицы. Дальше каждую отдельную подзадачу решаете в тупую, то есть просто предпочитываете там всевозможные ответы и так далее, и за счет этого каким-то образом достигаете ускорения результата. Вот, то есть можно сказать, вот алгоритм Фаррах-Колтон-Бендера является там применением метода четырех русских вот к задаче RMQ плюс минус один. Вот. Поэтому, когда вы встретите там какой-нибудь алгоритм, то, может, какие-то аналогии найдете. Вот. Ну а на этом все, лекционная часть закончена. В общем, все, что я планировал так или иначе рассказать вот в этом семестре, я рассказал. Ну все, всем спасибо.